Все диеты, они все действительно рассчитаны на то, чтобы человек брал себя в руки, собирал себя в комок и осуществлял подвиг отказа от вкусной, прекрасной, замечательной, просто невероятной еды. Любой отказ, любое принуждение к чему бы то ни было вызывает у вас чувство стресса и дискомфорта. Как только у вас возникает стресс и дискомфорт, вы тут же, хотите его заесть, и второе, вы испытываете тревогу, которая предполагает, как бы сказать, спасение. Еда для нашего организма – это спасение. И поэтому любые техники, которые связаны вообще с волевым усилием, они заведомо обречены на провал.